Всем здорово, народ! С вами Алекс Диего. Продолжаем проходить Devil May Cry 5. Получается, игра дает неплохой выбор. Я бы пошел за Данте или Лера. И миссии были другие. Того, кто только что чуть не побежал, и шустро побежал дальше. Интересно, что можно няшку пропустить, просто проехав. Дырочку в полу. Чё фиг пойми, что... О, заметно. О. Разно, что персонажу реально плохо. Не то, что покривлялся, потом все побежал как-нибудь. И манюки вылетели. Он поддерживал себя только благодаря тем демонам. Этот тормози. Поехали. Давай зацепись за что-нибудь пяткой там левой ноги. Что за подстава? Камень его взять. Экстар. Барон это не... его взять так просто. Опять устал. Я точно это. А это не выступ? Приступ. Так и быть, никуда не вдаль. Лёш. А хотя ладно, побежали. Что терять-то? Я дойду до края мира. Ай, ты за краю мира. А. Идем на край мира. Смотрим, плоская ли земля. А, ну это вот демоны. Ворон, киса. Это здоровенная полезная хрень. Да, я могу запрыгнуть, да? Да, я должен буду на вороне облететь. Ладно, пойдем за Каркарычем. Короче, был такой вот демонюга, стал птицей. Ой, я вижу свет в конце.
Откинуться бы что? Зато быстро забегал. Только увидел возможность отлететь и сразу побежал. Пусть будет грифон. Каждый этой. Он мне надо. Поза, мать. А, его в смысле. О! Охренеть, с одной птицей. Вот я не того персонажа выбрал. Рык, рык, мужик, извини, я ошибся. Слышь, чё? Недоразумение. Блин. Это поворот судьбы. Бодрячком играет. Птица, иди сюда, не подходи к нему, он тебя обидит. Это будет долго. Бодай его. О, бодать ты его нормально можешь. Еще раз бодай. Отходи. Давай со спины мочи его. И со спины его, давай. Он так легко птицу побить. Птица тебя сейчас клювом надолбит. Ай, обстреливай его. Мастер по нажатию одной кнопочки. Так будет. А, он стрелять пока будет? Меня так просто не возьмешь. Эти обманул. Обманул, блядь. Меня обманули. Меня обманули. Че такой злой, блин? Ай, он мне вертки, а. Ой, у меня тут птица. Птица. Оп, как я тебя опять обманул, а? Ты такой жесткий, вернее, жесткий, ты толстый. Слышь, чё? Фу, он станет меня. Ты чё такого сделал? Урона не прибил опять, блин. Урона, по-моему, куда-то не туда бьет постоянно вот этим ударом. Воздух! Земля, воздух! Рон, иди ко мне, блин. Машется там стоит. Хорошо, ворона зависла в воздухе, поливает его спутом. Кто такой страшный?
А я поливаю его своим хром. Ох, черт, блин. Короче, затем я сейчас из тюлей наставляют. Что я могу отозвать эту данную птицу? Давай. Я бы не сдохнуть, правда, в процессе его убийства. Осталось немного, в принципе. Как и мне же. Ой, блядь, опять меня. Где и в птицу? Зачем я-то тебе дался? Я вообще стою на одном месте. Ай, добивай его. Птица, я верю в тебя. Да серьезно? Бля, давай быстрей. Контрольный в голову. Я уж думал, он меня убил в конце. Жесть какая. А? О, врата темной дыры там. Открыть. Идти оттуда. А я не буду искать вокруг да около. Вот так вот. Подели. Блин. Не дали цель. О. Ромбовическая сфера. Вот. Золотая сфера ромб. Жизни у меня прям как кот наплакал. Эх. Я тут все пособирал, да, когда бегал в прошлый раз. Жизни собрал. Какой хрен. Я вообще буду убивать их. Это за хрень. Это за хрень. Убивать вообще. Пойдем по очереди. В принципе, разницы никакой, только главарь. Там все равно дается выбор, кого открывать. Ворону, кошку. Тирана, тирана, арана. Самого мощного упыря. Тут есть. Что? Жизни, да? Это нет. А, вот это жизни. Вот это уже так взять. А, это эта хрень. Что мне тут понадобится? Кошка. А, тень. Тень это кошка? Кошка, я взял то, что не хотел брать. Какой бы Дэйв Макрай без повторной битвы с боссами. Ох, блин, а я вот зачем Венера же убивал. О. А ты еще кошка, бей ее.
Бей кошка ее. Что ты? Эти ее там как-нибудь, не знаю. Как я ее буду вообще сбивать, когда она там. Когда она будет там в этот вверх подниматься. Оп, да вы ж, чё ты меня там заспамить решила? Ты с санными атаками. Кошка, бей её. Кошка, бей её. Да чтоб тебе, кошка, сдох. Кошка сдохла. Просто облез. О, кошка-то неплохо бьет. Кошка, мочи ее. Я тут прибедняюсь, блин. Ты ее прям насаживаешь. Охренеть. А, добить же. О, распорол ее, блин. Распотрошил ребеху. Я на кошку наговариваю тут. Она просто разделала ее под орех. Справедливость. Кошка на меня в суд подаст за клевету. Теперь я могу ездить и не отдыхаться. Какой-то хрен однорукий остался. И двухрукий. Сначала надо поднабрать. Пошел дальше системы. Кошмар. Пальчиком там поткнул. О, кажется, я почернел. Кончились седые пряди. А, ну это же этот первый главарь. Теперь дали поубивать тех главарей, которых я не убивал. Чё ты такой неугомонный? Давай я вызову камень. Вон, сражайтесь друг с другом. Камень, вали его. Знаете, кошка, птичка, вали ее. И вали, уже половину жизни сняли. Олен с своими лапами загребущими. А! Каркарыч! Кошка, помогай! Кошка сдохла. Урона не сдыхай. Хай набьем очко. Маническую энергию. Сейчас он будет стрелять в ворону. А, ворона, мочи его. Как из пулемета. Как во Вьетнаме учили. Как папка стрелял, так и ты стреляй. О, кошка сейчас сзади надерет ему. Ох, он там. Порежьте его на кусочки, блин. Че там? Вот, ничего себе. Блин, круто. Почему я изначально...
Кайн надо. Что-то сделали. Дали убить всех врагов, которых, гварей, которых я не убивал. Вы показали, как это можно еще и стильно сделать. Правда, они, наверное, слабые были. И сильные, как настоящие. Довольно-таки просто они разлетелись. Трудно, конечно, было именно. Это было только один ворон. Прыгай на кота и поехали. Кошачий серф. Кошка, прыгай под ноги, поехали дальше. Подстава, что ли, специально, чтобы я останавливался, их собирал. Вены самое главное. Наркоман. Какие вены, здоровенные. Колется, наверное. Чё, конец? Яцра, пупочка. Это роли начали уже. А, ну там Данте дерется. О, да тут даже еще можно разные концовки посмотреть. Даже так. А мы типа самые корни иссушаем, и все, типа и конец дерева придет. Что изначально так нельзя было сделать? Надо было дождаться, пока жопа полная настанет. Данте развлекается. Теряться люди. Я там ходил, своих демонов убивал. Да, смотри-ка. Там махач какой-то происходит. Пойми, правда, не... Точно не... Блин. Точно не понял, кто там это делает. Посмотри. Так, вот я вижу. А нет, это Данте. А это на. Больно. Шок, как я полагаю, да? Ладно, следим. Когда что-то... Да? Ладно, ты не умирай. Есть еще прекрасные долга. Длина должна быть у тебя. マルファスだ。奴とは戦えねえ。もう俺たち完全にガス欠だ。分かってる。ここはやり過ごすしかない。どうにかな。 Даже так.
Сейчас мы будем убивать ее на пару. Тонеры ее убивать. Миссии довольно-таки шикарные. Это интересное. これは厳しいな。補給なしでどこまで行けるかだ。 はい、 ハニー、呼んだか？ 危ねえだろうが、 引き殺す気か？ 文句があるならレディーに言ってくれ。 運転手はあいつだ。 で、そんなことより、 ご注文は？ Васик, вот и закончилась миссия. С вами был Алекс Диего. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всего скорого и удачи. Пока-пока.